включила увлажнитель воздуха. Наши звери первый раз увидят такое. Интересно, как они будут реагировать. Им же все интересно. Надо посмотреть, что здесь. Они сейчас изучат. Там холодный пар идет. Непонятные звери, да? Незнакомый. Не видели еще такого зверя. Увлажнитель воздуха. И зачем ты провод метишь? Это твой провод, да? Это хвостик у увлажнителя. Зачем ты ему хвостик пометил, Казимирушка? Твой хвостик? Тебе же совушка хвостик не метит. А, боитесь такого шелестящего пакета, да? Я снизу положила, чтобы вода может там образовываться снизу. Ну что, все метишь? Метишь, да? Не очень заинтересовал вас увлажнитель. Не очень. А, на коленочке к маме, да? Маме на коленочке, конечно, там интереснее, чем увлажнитель. Получше даже в ванну пойти, да? Ванна даже лучше. Но кто кусает дверь? Вот, попал туда он все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй. Казимирушка, Казимирушка, выходи, зайка. Выходи сюда. Идем. Где Сава? Сава? Савелий, Казимирка. Так-то не слышит, притворяются, что... А вот слышит. Казимирка, Казимирушка. Зайка, и что, иди что-нибудь вкусненькое дам. Идем? Что-нибудь вкусненькое. Ну, приди ко мне, я тебе что-нибудь вкусненькое дам. Придешь, дам. Я тебе, конечно, и так дам. Не, ну дверь есть, это никуда не годится. Вот, уже подоставали вот эти все... Пимпочки. Во всей квартире я их уже не вставляю, потому что они все равно достают. Вот эти вот. Ну что? Казинка, идем. Иди сюда, я тебе вкусненько обещала, а? Казимирушка? Казимирушка. Сава? Савелий? А что там творит Сава? Надо посмотреть, что делает Сава. Савушка, что ты творишь, мой зайчик? Что мой мышонок красивый вытворяет тут? Я вам сейчас расскажу, что он вытворяет. Я здесь поутюжила платочки шелковые свои, разложила. И он уже метится, как бы ему туда попасть. Уже понимает, что я его туда не пущу, не разрешу. Они туда, смотрю, вот бывает, платочек лежит. И потом раз, и начинает куда-то ехать назад. Я заглядываю за диван, а там какой-то зверь тянет зубами. Зубами тянет. И так, конечно, шелк им нравится. Крысы всегда грызли шелк. Где вы там? Ты с этой стороны, я с этой. Нравится, да? Вот бы я вам разрешила все это портить, грызть и писить на это, да? Вот было бы радости. А так как-то не совсем, да? Не совсем подходит. Что, вчера там гуляли, да? Вчера в той комнате гуляли. Я там убирала в той комнате, они бегали, прыгали. Довольная, по коробкам скакали. Сегодня все там порядок убрала уже. Они помнят и хотят. Все, теперь спокойно отреагировали на увлажнитель. Нормально. Не кусается, они его не кусают, только хвостик пометили.